30 января ночью 10:03. Ну, уже как бы, уже ночи есть, ночи спали. И такой стук, как бы, ну, видимо, удар. Я подумал сначала, что это на дороге где-то. На балкон выбежал, смотрю, машина не моя, а у меня балкон отрез выходит, 12-этажки. Заведен, я думал, может, глушитель у него так, при заводке это, потому что морозы же были. Вот. А потом лег, потом сосед, звонок в дверь. Сосед, открываю, сосед стоит, говорит, там, вашу машину, говорит, врезался, говорит, джип, говорит, туда-сюда. А какие повреждения вот у других участников? Вот, ну, у других участников, там у одной Toyota, у одной, у него там бампер, ну, как бы, не царапина, а вмятины в бампере. И задняя фара, получается, правая, да, левая фара у него вот, расколован ей. А у этого гражданина Нигерии, машина Audi, у него бампер. То есть он ему бампер повредил, ну, поцарапал, и там вроде откололось осколок. И нас всех вызывают ГАИ. Вроде бы, якобы на примирение, там нашли, кто виновный. Все. Мы туда приезжаем, сидим, ждем ГАИ. Приходит, как бы, представился двоюродный брат, тот, кто был за рулем. Вот. Ну, мы вроде бы сразу поехали на место аварии, во двор. Приехали во двор. Ну, и как бы смотрел машину, начал, да, это ерунда у тебя. Я говорю, ну, ерунда не ерунда, и, естественно, машину-то надо восстанавливать. Она, за сколько у меня она находится, она ни разу в ДТП не участвовала до этого времени. Ну, как бы, да это 65 тысяч стоит, говорит, и вот вы там... Как говорится, нищий, туда-сюда, ну, начал оскорблять. Тут начало, как бы, я пригласил еще юриста возле меня, ну, рядом была. Вот, и она тоже что-то ему сказала, в защиту. И он начал на нее там нецензурной бранью выражаться, там, пугать ее, что в подъезде там прибьет, там, лицензию заберет. И он в оконцовке мне этот сказал, если, говорит, ты, говорит, пойдешь, сделаешь оценку или наймешь адвоката, ты вообще, говорит, никакие деньги от меня не получишь. Вот такой был разговор у нас с ним.